Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана Ата. Я сейчас направляюсь к моей заловке, и мы должны поехать к нашим родителям, потому что вчера моему свекру сделали срочную урологическую операцию, ну небольшую. Мой муж остался в больнице, я хотела поехать туда, но сказали, что нельзя женщинам оставаться. И вот поэтому я сейчас еду к ней, и мы направимся к родителям в дом, в район Тарусла. Погода у нас сегодня замечательная, никаких признаков наводнений не было, так что смотрите дальше. Замерзли мы. Ждем автобуса. Ашкем, моя заловушка. Ждем автобуса, друзья мои. Наконец-то мы приехали по назначению. Я вам сегодня покажу очень интересное видео. Думаю, что вам очень понравится. Вот наш дом, вот такой дом, а первый этаж они сдают в аренду. Сейчас мы пройдем вместе с вами. Ой. Вот здесь вот мы снимаем обувь, потому что нужно проходить, видите, без обуви туда. Вот так, мои хорошие. А немчит побадим. Бизим аркадашлары сизе чок севиорлар излемек. Бизданы чок севиор. Онлары сорьорлар насыл бенгелин. Сиз сойле. Сойлеин он. Бенгелин чок гюзел. Аурупалы. Бенгелин чок сайгылы. Сайгылы. Чок севиор. Чок севиор. Чок севиор. Вы слышали, как про меня говорят мои бабаджи манеджим? Сейчас мы будем садиться кушать. Эвит, афиет олсун. Я люблю свою сестру. А немчик, соль, я сам беру соль. А я сам беру соль. Видите, какая у меня красавица. Видите, смотрите, вот моя гель сенде, гель сенде, гель ашкем сен. Моя заловушка. Вот она тоже хорошие такие. Видишь, какие мы маленькие ботики. У нас такие отношения, вы не думайте. Я не актриса, я такая, как есть. Если бы я была плохая, они бы меня не уважали. Мы любим очень друг друга с семьями. Говорит, вот Бабаджим Ашкин, Бабаджим Ашкин. Бабаджим, я вам сказала, что он уже... Я вам сказала, что он после операции, мой Бабаджим. Очень хороший Бабаджим. Вот так я люблю своего Бабаджима Аниджима. Чок севиору. До груму. Эвет. Мне сказали, снимай цветочки. Это моя анемчик готовит эти цветочки к себе в деревню. В апреле они поедут. Папа. И, в общем, розочки, посмотрите, такие уже. Видите, выросли в нем. В общем, она готовит, рассаживает. Это вот гвоздички. Ой. Вот сегодня второй день после наводнения. Ничего такого здесь страшного нету. Все прошло удачно. Это, знаете, говорят, в районе Теджи, Эрдемли, вот там вот было сильно наводнение, много пострадавших. А здесь вот сколько я объехала сегодня по городу, я не заметила ничего. Я вот, видите, стою в кофточке вышла, а мой ашкам курточки, и мне не холодно. А,
вот вы, мой муж говорит, что это значит? Я вам сказала, здесь обогревательная система. От солнца греют воду. Ну, когда нету воды, нету солнца, то у них, конечно, все на электричестве. Вот мой свекор сделал вчера операцию, мой муж был у него в больнице, я уже вам говорила. И вот мы пришли, сейчас пообедали, вы сами видели, как мы дружно. Мне, конечно, трудно сидеть на этом, потому что у меня не знаю, что... Мне очень трудно, хотя я смотрю, как они сидят и кушают на полу. Я-то привыкла уже к этому, нет проблем, но сидеть мне невозможно. Ноги под себя, я должна их обязательно вытянуть. Ну, как могу, так и сижу. Проблем нету, хотя мой свекор говорит, садись возле меня и рядом покушай. Но мне так вкусно, так интересно вместе с ними рядом сидеть и кушать. Вот такие вот у меня родители, и я вижу, что очень многим они нравятся. Они действительно очень сердечные, очень теплые люди, друзья мои. Я вообще не ощущаю, что это какая-то моя свекровь. Вот они такие, свекровь очень теплая, и она следит за каждым словом. Мне кажется, ничего такого не скажет. Вы видите, она закрыта, но она сейчас сняла косынку рядом со мной, потому что она меня очень любит. Ой, вкусный чаек. Сидим, чаек пьем, моя королева. Я не могу.